Всем добрый день! Мы находимся в гостях у учредителя группы компании «Лепта», завкафедрой экспертиза управления недвижимостью СГТУ Якова Стрельцина. Добрый день, Яков Савич. Добрый день. Давно мы с вами не виделись, много всяких новостей в строительном и околостроительном мире произошло. Наступило у нас 1 июля, и небеса на землю не обрушились. Строительный рынок пока жив. Что происходит? Так и планировалось, или пока еще рано давать какие-то оценки? Оценки давать уже можно, но если брать такую экспресс-оценку, то на рынке пока сохраняется достаточное количество компаний, которые имеют действующие разрешения. По тем объектам, где выполнено более 30% объема и 10% дольщиков, то есть то, что расписали в законе в 2014 в изменениях его, стройки будут продолжаться с привлечением денег через долевое участие. А вот стройки, где малое освоение, значит, и, как, например, у обманутых дольщиков, и стремится к нулю, эти стройки все будут только через счета эскроу. А раз они будут через счета эскроу, то конкретно для обманутых дольщиков могут возникнуть проблемы. Без помощи таких мощных инвесторов, как Дом РФ, эти стройки, скорее всего, не будут возобновлены. А чем этот Дом РФ может быть интересно? У Дом РФ никакого интереса нету. Я думаю, что это для них, как, извините за выражение, обязаловка. Поэтому будут они это делать даже при минимальной и, возможно, нулевой доходности. Так как деньги там заведены бюджетом, Дом РФ полностью принадлежит на 100% правительству России, поэтому это, скорее всего, если решение будет принято, а оно в основном принято, это политическое решение для спасения дольщиков. И очень надеюсь, что значительную часть объектов Дом РФ в Саратове тоже возьмет. Мы с вами знаем, что у нас есть где-то полдюжины компаний, которые устойчивы были, есть и останутся. Другой вопрос, захотят ли они остаться, даже получив проектное финансирование. Я объясню почему. Значит, банки устанавливают порог 15% рентабельности, чтобы был небольшой запас, исходя из которого застройщик, извините, заплатит за проценты за пользование тем кредитом, который банки ему дадут. И очень часто многие проекты выходят то, что называется, в ноль. То есть они обеспечивают строительно-монтажные работы, проектные работы, подключение к сетям, обслуживание кредита, то есть уплату процентов, и все. В это время застройщик может получить или ноль, или близко к нулю. И часть застройщиков, посмотрев на эти работы, оно, безусловно, будут уходить на те же самые бюджетные объекты. Правда, детские сады выгодными объектами мы назвать пока не можем. Но есть другие объекты, в которые пока еще требуются строительные усилия, строительные мощности. Есть объекты дорожные, поэтому я думаю, что будут перепрофилироваться и уходить на те проекты, которые финансируются за счет бюджета. А на жилищном рынке действительно будет снижение, будет поглощение, будет предложение, я думаю, процентов 70 в лучшем случае от того, что есть сейчас, а может быть и 60. И, как я уже говорил неоднократно, это приведет так или иначе к росту цен на строительство, на жилищное строительство. Но здесь разные оценки по поводу того, что будет с ценами на жилье. Вот, например, Центробанк, наоборот, считает, что цена может снизиться, особенно с учетом того, что надо исполнять каким-то образом указ президента. Я могу возразить Центральному банку дословно так, что у нас большая Россия, и там, где строители получают на квадратном метре 15, иногда даже 20 тысяч рублей прибыли, маржи, они, безусловно, значит, часть этой прибыли могут снизить, чтобы снизить цену на стройку. А в условиях саратовского рынка он очень низкомаржинальный, и, опять-таки повторяюсь, 5-6%, которые зарабатывает подрядчик на жилищном строительстве, это не тот интерес,
который его будет сильно держать. И еще очень хорошим термометром является по этому вопросу то, что у нас отсутствуют категорически не только зарубежные, но и московские девелоперы, московские инвесторы. Никто на наш рынок в силу его низкой доходности заходить не хочет. Вы имеете в виду саратовский рынок? Саратовский рынок. У нас было всего 3 московских проекта, из которых был удачным только один. Но у нас есть и хорошие показатели. Вот судя по итогам первого квартала этого года, у нас очень доступное жилье в Саратовской области. И средняя цена квартиры, ну, по крайней мере, в областном центре на сегодня 2 миллиона. Это по сравнению с Москвой. Да, 6 раз меньше. Да. Я с вами абсолютно согласен. Мы всегда этим гордились, гордились заслуженно. Но вы должны понимать, что это низкая цена доступного жилья – это палка о двух концах. Она достигает в том числе за счет того, что низкие доходы у застройщика. Ну и, наверное, такая цена – это еще следствие того, что у нас покупатели, они очень богатые. Вот если вы знаете последние данные Саратовстата, порядка 400 тысяч жителей региона за чертой бедности сегодня живет. Андрей, вы деликатно сказали «небогатые», я вас понимаю. Давайте называть вещи своими именами. Население у нас бедное. И вот тот небольшой уровень, который имеют буквально 5% населения Саратова, он позволяет себе приобретать и жилье, строить коттеджи и так далее. Есть еще примерно 15%, которые пользуются ипотекой и приобретают себе жилье эконом-класса. И на этом объем рынка весь заканчивается, а это очень мало. У нас нуждаются в жилье по области, но никак не меньше 500 000 человек. Поэтому улучшение жилья, безусловно, им нужно. Но вытянут ли они его в условиях, падающие уже 5 лет, падающим 5 лет уровню жизни, это большой вопрос. И мой прогноз в этом плане такой, что при увеличении предложения у нас спрос адекватен предложению не будет. Давайте о законодательных инициативах поговорим. У нас в Госдуме лежит законопроект об изъятии и сносе недвижимости в целях комплексного развития территории, в том числе с изъятием для муниципальных нужд. Проблема, по-моему, очень актуальна для Саратова, если взять даже вот наш исторический центр. Да. Значит, комплексное устойчивое развитие территории – это вещь, которая законодательно прописана уже несколько лет. И, тем не менее, ни одного проекта в Саратове по этой схеме еще не построено, не выполнено. Более того, даже развитие застроенных территорий, а закон об этом уже где-то 11 лет или 12, у нас нет ни одного примера по развитию застроенных территорий. Мы с этим делом очень сильно отстаем. Дело в том, что наши центральные районы, они нуждаются в любом случае в реконструкции. Сейчас, когда на них наложено уже ограничение по историческим зонам, а будут еще больше, будут настолько, что мы некоторые вещи вообще будем замораживать на долгие годы, на десятилетия. Но для того, чтобы рассматривать квартальную застройку, нужно, безусловно, пользоваться новым инструментом. Новым инструментом предполагает законодатель, а именно отселение, признает комплексное устойчивое развитие территории в качестве муниципальной нужды. А муниципальная нужда, в свою очередь, у нас прописана в законе. То есть можно предупредить собственника за год, послав ему предложение о выкупе, и через год можно идти в суд. Я считал, и всегда считаю, и всегда об этом говорил, что надо просто давать достойное замещение, либо денежное, либо квартиру подходящую. И этот вопрос на 95%, как всегда мы решали в течение 25 лет, так его решать может и муниципалитет. Всегда будут на любой площадке 2-3 семьи, которые не согласны. Это закон. К этому надо отнестись спокойно. И законодатель, я думаю, тут предусматривает очень простую вещь.
Муниципалитет, если какую-то территорию он считает нужно развивать, должен всем предложить равноценное возмещение, а в недостижении соглашения обращаться в суд. Ну, у нас не только проблемы с застроенными территориями, у нас очень скоро, буквально через месяц небольшим, практически освободится огромные площади, я имею в виду на территории старого аэропорта. Значит, концепцию, которую предложили в том числе мастерская Асадова, это один был, по-моему, приличный вариант, который разработан. Насколько мне известно, сейчас принимается решение о проведении международного конкурса на застройку. Дело в том, что 220 гектаров – это для Саратова уникальная возможность создать новую среду. И здесь не надо жалеть деньги на проведение этого конкурса. Почему я говорю, не надо жалеть деньги? Потому что если там будет хороший призовой фонд, туда можно привлечь проектировщиков экстра-класса, который входит в сотню архитекторов всего мира. Другой вопрос, кто будет воплощать это? Но так как будет жюри, и в жюри будут, естественно, входить саратовские профессионалы, оно выберет, наверное, тот, который будет не только красивым, но и то, что называется, близким к жизни. То есть соотношение цена, качество и плотность, оно должно быть выверено, буквально на весах. Там по объему от 1,5 миллионов до 2 миллионов квадратных метров, то есть очень объем большой. Инвестор, который зайдет на такую строительную площадку или группу инвесторов, должны спланировать так, чтобы это не была вечная стройка. То есть при нормальных темпах от начала строительства и до конца должно пройти, скажем, не более 8 лет. Если это отдавать по частям с вводом там по 100 тысяч квадратных метров, то это может растянуться на 20 лет, и люди, которые там уже заселятся, будут жить в условиях нескончаемой стройки, что тоже плохо. Вы говорили, что нужно привлекать лучших проектировщиков. У нас в Саратове тоже есть старейшая организация «Саратов Гражданпроект», которая не самые лучшие свои времена переживает. Как вы думаете, удастся ли ее сохранить в итоге? Я могу только пожелать от души, причем искренне, чтобы «Гражданпроект» сохранился, потому что это единственное учреждение, который сохранил себе комплекс коллективов. Очень многие проектные компании, они содержат в себе набор из половины только специалистов и пользуются другими со стороны. А здесь, когда есть возможность посоветоваться в многогранном коллективе, это уникальная возможность. Когда-то техсовет, который проходил в гражданпроекты, это была отдельная школа для инженеров. К сожалению, во многом это все утрачено, и главную проблему обеспечить оплачиваемыми заказами гражданпроект, безусловно, должно выполнять наше правительство, потому что это его подведомственное учреждение, и так как сейчас много объектов социальных, на которые выделяются федеральные средства, в Саратове есть, нужно обеспечить, чтобы они туда попадали вместе с деньгами, и деньги, чтобы эти платили в срок. Мы с вами регулярно обсуждаем реконструкцию каких-либо исторических зданий в наших интервью. Вот в свое время очень много говорили про дом Ехимовича, который как-то застыл, и все там затормозилось. Вот сейчас у нас с цирком тоже проблемы, второй год не могут закончить реконструкцию. Понимаете, значит, то, что цирк попал в объекты культурного наследия, это, извините, палка о двух концах. Значит, то, что он исторически переделывался многократно и поэтому является памятником, это одно. Но на самом деле здание, которое сейчас стоит, ему никаких 100 лет нету. Это здание, которое было где-то 50 с небольшим лет назад построено. Я думаю на 99%, что нужно найти решение о том, чтобы фасад этого здания не повторял тот вид, который действительно был заложен 50 лет назад. Это была тогда не только ошибка архитектора, это был пофигизм той власти, которая у нас была,
И для них вот понятие, какой будет цирк, там серый он или зеленый, дети все равно будут туда ходить. И сделали, какой был. А то, что цирк должен быть нарядным, должен быть праздничным и создавать особое настроение, об этом тогда никто не думал. И получилось, что сейчас, в угоду просто историческим, значит, чертежам, надо оставлять его вот таким вот серым и безликим. И, ну, если в это вот губернатор уже вмешался сам, я надеюсь, что все-таки найдется решение, чтобы сделать его нарядным. Еще одна тема, наверное, последняя на сегодня. Вы имеете непосредственное отношение к техническому университету. Его объединяют с экономом. Нужно, не нужно? Я хочу сказать, что процесс этот будет, судя по всему, не быстрым. Он может занять и год, и два. Но если он будет под хорошим руководителем работать, это будет замечательный коллектив, потому что социально-экономический университет будет, скажем, одну часть разрабатывать в качестве стратегии для города, области, агломерации, а технический университет свою часть, которая связана с архитектурой, строительством и так далее. И я вижу вот только в этом, в одном небольшом направлении колоссальную синергию, что возможность решать такому коллективу крупные задачи, в первую очередь по развитию Саратова, агломерации, области, будет под силу. И мы, может быть, обойдемся в этом случае привлечением московских экспертов только как для, ну, как сказать, для совета, а основную работу сможет делать такой коллектив самостоятельно. Но тут должен быть мощный лидер. А не получится, что вот мы создадим какого-то тени-толкая, где каждая голова будет в свою сторону? Все-таки это разные вузы. Не получится. Еще раз я говорю, я не представляю себе, значит, кто будет возглавлять этот коллектив. Я думаю, этого сейчас просто никто не знает. Но от этого человека будет зависеть очень многое. Если он даст программу не просто развитие коллектива, а вот именно использование двух его, значит, сторон, социально-экономического и технического, то только вот такая вот программа, одна сама по себе, может сделать такой толчок в развитии нашей научной, производственной, учебной базы, что Саратов от этого получит огромный плюс. Огромный плюс. Спасибо. Я напомню нашим зрителям, что сегодня мы были в гостях у учредителя группы компании «Лепта», завкафедры экспертизы управления недвижимостью СГТУ Якова Стрельцина. Спасибо, Яков Александрович. Спасибо вам, Андрей.